Друзья, 2020 год. Первое испытание роторной косилки «Заря» в этом году. Смотрите, все подсоединено к работе. Даже установил защитный чехол. Установлены ножи, сегменты от комбайна. Че ты? Вот так. Сейчас посмотрим, здесь проволоку кидаете. О, трава, в принципе, есть. Кирпичи. Так, ну вот здесь вот начнем и протестируем. Здесь как раз возле вот нашего огорода. Будем смотреть. Давай отпускай. А что он? Немножко отпусти. Вот эту. А, вообще-то все, не-не-не, давай, закрепляй, да. Я сейчас выйдем. Что, подержишь? Да. Заведи, наверное, сначала. Тяжело не будет. А если у меня пусть? Надо, наверное. Плюс. Вовка, там гвоздь этот, там проволока. Вот здесь в углу проволока была. Блять, забыл сказать мне. А ты там... Сюда и про этот бросил вон кирпич-то, блядь. Кирпич я вон туда бросил. Здесь краю не проходи, бля. Здесь не надо, вот так. Да сюда. Брат, опять сюда выкинешь куда-нибудь, чтобы потом еще цепануться. Сюда не вот этот кирпич впереди валет. Надо выключить? А? Выключить надо? О. Вот это. Да нет, сейчас пойдем уже. Thank you.
что можно сказать про эти ножи? Они даже очень, кстати, неплохие. Единственное, вот еще задевается вот немножко. Вот, и потом вибрация такая появляется. Вот, но лучше почаще останавливаться. И проверять. Да, и счищать вот это все. Так, руки, руки. Мне так кажется. Вот, вот такие вот ошметки. Вот, ну режет изумительно прям. Блять, смотри, как поторговал вопрос. Режет изумительно. Да. Все очень даже неплохо. Я бы сказал бы. Да. Вот так как здесь у меня поставлены шайбочки, вон. Там их штуки 3, наверное, 4. Может из-за этого еще забивается, да. Вот, но все довольно-таки неплохо. Ну что можно сказать? Ножи. Ножи от комбайна. Это мне посоветовали подписчики. Вот, не помню кто. Ну, неважно. Вот, в принципе, схема очень даже рабочая. Вот, и можно, как бы сказать, ее зарекомендовать. А, кстати, сейчас уже в магазинах вот такие вот сегменты, они продаются отдельно. Один сегмент стоит 80 рублей. Вот, ну и давай посчитаем. 8 штук, ну, на запас 10 штук, вот, 800 рублей. Кштринг, экономия у нас. Сейчас попросил 2000 рублей, блядь, в кармане. Да. Так, ремень прошлогодний. Надо бы купить, так сказать. Но он, мне кажется, он нагревается немножечко. Вот, и еще можно, наверное, использовать немножко другой ремень, да. Вот типа вот такого варианта, вот как я заказывал на скорость, это какой-то иномарки. Вот не помню откуда. И сюда, кстати, ее тоже можно такой же заказать. И вот с помощью вот этих болтов уже отрегулировать. Так, ну а что, мы погоним дальше, наверное? А я вам, да, если немножко пройдет. Было бы неплохо, конечно, вот там вот. Но так как батя говорил, давай весну уберем. Нахер надо? Вот теперь пускай там стоит трава. Ну нет, вот так вот. Погнали? На трубу попробуй. Вот так пойдет. Так, ну что, можно подвести итог этой косилки. Работает изумительно, особенно с сегментами. А? Возьми, спроси. Пожалуйста. С сегментами вот этого какого, от комбайна. А это вот это видно, здесь пока вот это хватит, да? Блин, все набежали. Упала камера и кнопка перестала работать. Кое-как включил.
Мишка, иди сюда. Иди сюда, сюда иди. Сюда иди. Сюда иди. Хорошо идет. Там нету? За булдыги. А? Потихоньку. Потихоньку. Газа побольше надо. Заведи сначала, потом газа побольше. Сейчас газуйте, Вась! Кстати, защитный чехол прямо обалденно помогает. Без него просто никак. Давно еще до женитьбы копали вот этот колодец. Так я не понимаю, нахрен мы его копали? Сгнил он, и все, и стоит, и никому он не нужен, лишние деньги утопленные. Кто-то заработал, конечно. Принеси. А здесь что? Здесь что? Ну я не знаю, я спрашиваю, нормальная тут трава-то? Вроде бы есть так, да? Ну вот, все чистенько, красивенько и аккуратненько. Волки, конечно, я бы не сказал бы, что такие большие, но все достаточно неплохо, пока идет. Сейчас выйдь туда! Выйдь туда и глуши! Вот здесь вот надевается вот немножечко и... Вон, видишь, ножи погнуло как. А там чисто камни разные, хуйни. Стой.
Где? А вон у нас тут они. Вот это, наверное, выпрямить надо. Что-то уж больно он это. Кривой, а? Это он нормально вроде. Видишь? А плоскогубцы там, бать, есть? Посмотри-ка. Суперские ножи. Спасибо Юрку огромное. Хороший мужик. Вот тоже погнулось. Загинается чуть-чуть, да? Ну что же мать-то? А, давай. Бензин залить, да? Зальем, ты заправщик, главное. Сколько здесь? Литра два, наверное, было, да? Полный был. Нет, сегодня? Ну, сегодня полный. Сегодня какой полный? А что сегодня делали? Ну, я залил. Или сегодня не заливал? Ты сегодня не заливал, мы же выгнали и приехали. Ну литр, наверное, полтора кончится. Здесь вот вал надо расточить, наверное, он переднюю скорость что-то это цепляет. Хар-хар делает, да? Это не хар-хар делает, это он. Вон он, включишь и он от вибрации и идет тоже. Да. А здесь хоть трава-то есть? Не знаю, есть нет, но. Так-то есть вроде, да? Че, отдохнешь? Я погоню. Попробуй.